Денежный прорыв. 6 знаков зодиака, которые разбогатеют в январе. У вас появится возможность улучшить свое финансовое состояние в первом месяце зимы. Не отметайте поступающие в эти дни предложения задержаться на работе. Это может стать новой ступенькой в вашей карьерной лестнице. Телец. Если вы давно вынашиваете идею необычного стартапа или хотите попробовать свои силы в новой сфере, сейчас самое подходящее для этого время. Сосредоточьтесь на основных задачах и действуйте. Ваши проекты окажутся востребованными и оцененными по достоинству, а денежное вознаграждение не заставит себя ждать. Рак. В начале месяца на работе вы проявите изобретательность и гибкость. Первая декада открывает уникальную возможность воплощения планов тем ракам, которые давно собирались начать свой бизнес. Есть верный шанс реализовать на практике давно вынашиваемые планы. Дополнительным положительным фактором окажется влияние покровительствующей вам Луны. В конце месяца вы получите внушительную прибыль. Лев. Львы смогут дождаться плодов своего упорного труда. Январь станет месяцем, в который окупятся ваши амбиции и заслуги. Приготовьтесь к карьерному росту на вашем месте работы или новому предложению выгодного сотрудничества. Владельцы бизнеса получат новых благодарных клиентов. Дева. В январе девы будут много работать во имя улучшения своего благосостояния. Позитивное влияние Плутона открывает широкие возможности для тех дев, чья деятельность связана с миром финансов. Тщательный анализ возможностей и регулярный порядок в делах выведет многих дев на более высокий социальный уровень. Многие девы в январе займут руководящие позиции. Скорпион. В первый месяц зимы Вселенная захочет позаботиться о представителях знака Скорпион. Вы почувствуете прилив энергии во всех сферах, связанных с вашей карьерой и профессиональной деятельностью. Смело обращайтесь к руководству с просьбой об увеличении заработной платы или новой должности. Козерог. Козероги будут активными и уверенными в себе, а это уже половина дела. Ваш энтузиазм и лидерские качества привлекут внимание окружающих и помогут вам получить ценные связи. Рожденным под знаком Козерога январь подарит новый интересный проект, который позволит вам раскрыть свой потенциал. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!